Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Цепи, сдерживающие магию. Куда ты дел принцессу Алексию? Физические истязания я еще могу перетерпеть. Молчание тебя отсюда не вытащит. Допрос — это же классика для фонового персонажа! Какие же они шаблонные! А ведь мы можем показать тебе весь спектр боли. Я ничего не знаю! Клянусь, ничего не знаю! Отпустите меня! Где свиньи, блин? Я победил их в сухую. Однако, так и сколько мне еще тут дурака валять? До размеров культа нам еще далековато, но мы стремительно растем. Уверен, что на самом деле они живут нормальной жизнью. Лишь иногда стараются подыгрывать мне в моей лжи. Выдержанное вино из Бордо за 900 тысяч зени, бокалы стоимостью в 450 тысяч зени, неповторимый шедевр, картина Крик с авторством Монка. Ну и вишенка на торте, чтобы создать в комнате подходящую атмосферу, я притащил старинную лампу. О да, настоящее блаженство! Охотился на бандитов, собирал каждую монетку, что видел. Ничего не упустил, все благополучно пошло в фонд Владыки Теней. И последний штрих — письмо, пришедшее сегодня. Вот так. А теперь осталось подождать. Время пришло. Ночь — это мир теней. Ты кто такой? Зачем тому, кто столь силен, скрывать свою личность? Мы — сад теней. Укрываясь в тенях, мы охотимся под покровом ночи. И только ради этого мы и существуем. Ты это... того, что ли? Мы с тобой уже некоторое время притворяемся парочкой. И в том происшествии Зенон любезно прикончил себя. Так что, если хочешь, я подумала, что мы могли бы встречаться и дальше. Знаешь, я откажусь. Позже за зданием школы были обнаружены лужи крови. Но тел так и не нашли, а сообщений о раненых или пропавших учениках и преподавателях не было. В итоге это событие стало одной из семи школьных тайн. Ты в порядке? Hello?